По церковному преданию, Дева Мария всю земную жизнь соблюдала строгую умеренность в еде, а за 3 дня до своего успения совсем отказалась от пищи и пила лишь воду, посвящая все свое время молитве. Поэтому своим воздержанием во время Успенского поста верующие подражают самой Богородице. Для православных Успенский пост – это 2 недели духовной и телесной подготовки к празднику Успения Пресвятой Богородицы. Успенский пост – это один из древнейших постов церкви. О нем упоминание есть чуть ли не с 4 века, то есть с начала первых столетий христианства, христианской церкви. Вот, официально и окончательно утвердился в 12 веке. И этот пост, конечно, связан с памятью Божьей Матери, потому что заканчивается праздником, 210-м праздником Успения Божьей Матери. Успение – это как бы смерть, но это все-таки торжественное событие, потому что она перешла туда, в мир, в тот мир, где Господь. Успенский пост по строгости сопоставим с Великим постом, а по длительности он составляет 2 недели. В эти дни верующие исключают из своего рациона мясо, рыбу, морские деликатесы, яйца и молочные продукты. Послабление в трапезе допускается только в праздник Преображения Господня, или, как его называют в народе, Яблочный Спас. В этот день на праздничный стол можно поставить рыбу. Каждый из многодневных постов для верующих – это время напряженной духовной работы и сосредоточенности на внутреннем. Любой пост, он преследует одну духовную цель, да? Очищение человека, внутренняя собранность человека, духовная собранность. Пост телесный, он только нам в помощь, потому что помогает обуздать наши страсти, наши греховные привычки, наши греховные какие-то деяния. Если в этом посту удастся исповедоваться, причаститься и сделать добрые дела, это будет замечательное время проведения поста. Успенский пост приходится на самый разгар лета. Для многих воздерживаться в это время бывает сложно. Если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем или обстоятельства жизни, которые не позволяют соблюдать пост в полной мере, то лучше обсудите этот вопрос со священником. Если для человека это важно, у него есть какая-то вот ритм духовной жизни, он будет соблюдать в той мере, в которой ему позволяет здоровье, его служебные обязанности, вот его духовный как бы уровень жизни, он будет соблюдать. Для человека, который не мотивирован, значит, ему надо искать эту мотивацию. Успенский пост завершается праздником Успения Пресвятой Богородицы 28 августа. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.